Ну что, друзья, доброе утро! Ну что, у нас продолжается, друзья, с вами влоги про шопинг, шмоточки, ушивы, подшивы, стиль и все остальное. Блин, смотрите, какая мускулистая баба стала. О. Короче, ко мне сейчас придет одна женщина, девушка по имени Вероника. Я ее нашла через группу на Фейсбуке. У нас на Фейсбуке очень много разных групп русскоязычных, да, то есть они так и называются, там, русские мамочки, там, или мамочки Чикаго, или там, люди в Чикаго, все в Чикаго, русскоязычные в Чикаго. Ну, короче, я состою во всех этих группах, и на самом деле это очень useful группы, они очень классные. Ты туда пишешь какое-то объявление, кого ты ищешь, например, там, уборщицу, няню, помощницы по дому, готовку, стирку, пошивку, расшивку. Ну, короче, я написала там объявление, что мне нужна рукодельница, которая может подшить, зашить и ушить. Вы знаете, что у меня был разбор гардероба, и Настя сказала там, куча вещей нужно перекроить. Ну, естественно, и мы Настю послушали, и мы сейчас будем это все активно перекраивать. Так что Вероника сейчас ко мне приедет, мы будем делать замеры, отмеры, померы, и я покажу, как это происходит. Вот, сегодня у нас суббота, сейчас придет моя няня. Будет моя няня! Да, твоя няня. Наша любимая няня Марина. Моих няня моих детей. Потом мы будем кушать, потом я бегу на пилатес, а после пилатеса у меня брови. Вот у меня уже брови упали, я иду на брови к Мекке. Вот видите, они уже наверх не встают ни под каким углом. Вот, так что я иду к Мекке на брови. Потом я еду покупать полку. Я хочу купить полку Стелли в комнату. Такие кубики, знаете, айкиевские. И я нашла, там чувак продает за $30. Я решила, вы знаете, сэкономить бабло. Быть полезной этой планете Земля. Как говорится, ресайкл, да? Все знают, что такое ресайкл. Это когда ты... Смотри, она свою эту бутылку взяла. Вот, как вы знаете, ресайкл это переработка. Вот, чувак так бы выкинул в мусор, а так я у него купила. И буду отлично пользоваться. Я женщина не брезгливая, я люблю и винтаж, и какие-то вещи поношу. То есть я не брезгую этим. Can I break my own eel? Конечно, сладкий. По-русски ил, кстати, тоже ил. Ты не мог ей сказать, как это называется. Ил. Вот так. Ну и все. Увидимся. Юлия. Да. У меня просто есть, да, YouTube-канал и... А на какой тему? Я снимаю влоги про свою жизнь, про семью, про работу, про путешествия. Я поняла. Вот, смотрите, значит, да? Сколько ест, кое-что делает. Видите, оно вот здесь, вот оно велико. Да, то есть оно мне хорошо идеально сидело. Да. Вы захотели бы потом померить, на всякий случай, перед тем, как я закончила? А вы где живете? А вы в Скоке, да? Да, я в Скоке работаю, прямо возле Хайвея. А померить, в смысле, вы как-то подделаете, потом я буду померю? Да. Перед тем, как вы это разрежете, да? Да. Может, вы перед тем, как я зашила, я там разрежу. Да. А сколько, а когда, как скоро вы сможете? Сейчас поговорим, сейчас. Я потому что уезжаю в субботу. На 2 недели. А, просто для примера. Слушай, она мне еще сказала вот это убрать, как ты думаешь? Да, это она сказала, да, это будет идеально, потому что вот это у тебя как бы отделяет вот это вот две эти. А так будет. Да, и можете вот это еще отпороть? Это нужно убрать, я говорю. Вот эту юбку можно, да, полностью отрезать под низом. То есть мне просто нужна, чтобы вот эта верхняя красивая ткань была моей вот такой вот большой плессированной юбкой. Я поняла. До пола. Ее на резиночку снимать? Да, можно на резиночку, здесь, да? Да. Или можно, наверное, вот это оставить, нет? Или это будет красиво? Я с одной стороны. Там нужно, видите, лямку перенести. Это само собой. Потому что она уходит немножко сюда, она должна идти прям ровно. Да, видите, все-таки центр чуть-чуть здесь... пробивается. Сделать так же? Да, вот нужно прям, чтобы она ровно шла, как вот прям на этом топе. Ну, на топе она получается как-то там кривая маленькая такая по центру. Она, вот, нужно вот именно вот так хорошо сделать. Хорошо. Так, ну что, друзья, как и обещала, мы в салоне у Мекки. Мека, здравствуй, как дела? Бизи-бизи? Ну я вижу, блин, бегаешь сюда-сюда. Даже на телефон не отвечаешь.
Я же тебе сказала на меня отдельно звонок поставить. Да-да. Умочка. Здравствуйте, Ума. Как ваши дела? Прекрасная Ума делает мне брови уже во второй раз. Вот, вы знаете, что она мне делала в прошлый раз. Когда это было? Где-то месяц назад? Или больше? Это было до Нового года? Да. Больше, я думаю, месяц. Больше, да? Да. Потому что вот у меня только-только упало. Классно. Обычно сколько вы держите? Обычно где-то 2-3 недели, да, только держится? Вообще месяц. Но месяц, эффект, да? Идет накопитель. Наверное, из-за того, что вы раньше тоже делали эту процедуру. Окей. Да. Некоторых даже полтора может. То есть да. Со временем. В общем, первый раствор, друзья. Расслабление, да? Да. Первый раствор расслабления, сколько мы выдержим? На ваших бровях мы минут 12. 12 минут мы держим этот раствор. Вот, а потом будет второй раствор. Ну что, друзья, второй. У нас второе средство. Это средство, как оно называется? Это перманентный гель. Перманентный гель. Он что делает? Какая у него задача? Он, получается, фиксирует уже вот форму, которую мы придаем. Да. Да, первое расслабление, а второе... Фиксация. Let's see. Что, друзья, все одновременно. И волосы, и брови. Еще бы ногти делали, блин, вообще цены бы не было. Дорогая, ты в глаза красивые, мне не смотри. Ведь глаза мои обмануты, почувствуй, что внутри. А внутри меня огонь зеленый, чай, шашлык и плов. И моя к тебе безумная, безумная любовь. Дорогая, ты в глаза красивые, мне не смотри. Ведь глаза мои обмануты, почувствуй, что внутри. А внутри меня огонь зеленый, чай, шашлык и плов. И моя к тебе безумная, безумная любовь. Дорогая, ты в глаза красивые, мне не смотри. Ведь глаза мои обмануты, почувствуй, что внутри. А внутри меня огонь зеленый, чай, шашлык и плов. И моя к тебе безумная, безумная любовь. Не смотри в мои глаза, не играй со мною, бич. Умираю без тебя, мой любовный паралич. Ну что, я готова. И брови, и волосы. Ну что, я, короче, все закончила, друзья. Еду, короче, такая красивая, you know. Блин, наш ролик в инстаграме Зи, это теперь просто мем. Я буду теперь новой бабой, которая, суперизвестная, которая говорит, смотря какой фабрик, смотря какие details, you know, it's very, very affordable, и все такое, короче. На самом деле, офигительно, я вообще не против, меня вообще не смущает, что говорят люди на этот счет, да, что они там прикалываются, что я разговариваю на двух языках. Меня это вообще не смущает, потому что it is what it is. Я реально так разговариваю и в жизни, и здесь с вами, вы все это знаете, я всегда это делала уже хулиард лет, и мне это нравится, понимаете? Вот я люблю так разговаривать, мне нравится. Это просто настроение реально физическое, моральное и вообще любое удовольствие. Anyway, еду за мужем. И мы с мужем едем забирать полку. Я хотела купить Стелле в комнату полку с кубиками, чтобы разложить ее игрушки. Вот, вы знаете, что ее можно купить в Айкее. В Айкее она стоит где-то сейчас $90. И чувак прям недалеко от нашего дома продает ее за 40. Я говорю, давай за 30 заберу. Он такой, окей. Короче, забираю у него эту полку за 30. И вот мы сейчас с мужем за ней едем. Так что... Next. Ну что, друзья, доброе утро. Спросите, что у меня за блеск на губах? Я вам отвечу. Блеск для сосков. Это ланолин от компании Миледа. Я на самом деле давно его использую для губ. В зимнюю погоду идеально работает. На детях, на себе, на муже, на всех. Чем это полезно? Тем, что здесь нет абсолютно никаких парабенов, никакого парфюма, здесь вообще ничего нет. Это чистейший ланолин, который можно спокойно глотать и есть и так далее и тому подобное. Ну, не надо его, конечно, глотать, но он безопасен на губах, поэтому я его активно зимой использую. Я, короче, разругалась с мужем в дребезге, вот, и должна была их сейчас отвозить с Мироном на джиу-джитсу. В итоге послала их в туман и сказала, сами пердуйте на такси, как на чем хотите, я вас не отвезу.
Вот, а сейчас сама иду на пилатес, а потом мы с мамой идем выбирать ткани. Вы видели, что ко мне приходила профессиональная швея. Она будет нам делать чехлы вот на эти стулья. Как вы видите, мои стулья все разгрызаны. Это моя кошка постаралась. Вот, они такие уже, видите, все расцарапаны. И я хочу сюда сделать белый чехол из ткани, как у меня диван. Не знаю, как эта ткань называется, но она мне прислала, как она называется. И также я хочу сделать чехол на обромку, как это называется, на головную стойку моей кровати. Вот, она мне прислала, короче, адреса магазинов, где можно эту ткань купить. И вот мы поедем сейчас это все купим с мамой. Я схожу с Пилатес, потом мы поедем с мамой это все купим. А потом суп с котом. Окей. Okay. И еще за продуктами сегодня надо ехать, так что увидимся. А, потом мне надо записать видео с моими эмоциями, с моей реакцией на то, что сейчас я являюсь просто главным мемом на русскоязычных платформах. Вот, и мы здесь сделаем еще одно видео вместе. Ну все, peace out. Ну что, мама в раю. Мам, ты в раю? Да. Мама обожает ткани, короче. Мы пришли, друзья, мы шли по лабиринтам. Это, короче, место, это называется тканевый аутлет. Нас сюда послала наша швея, да, которая будет мне подшивать все мои вещи и все такое. И она сказала, что здесь есть все, что вы хотите. Вот, и вот мы, в принципе, уже нашли, что нам надо, но мне этот цвет не нравится. Это не то. Это не то, да? Да. А вот это? Вот, наверху. Мне кажется, вот это оно, потрогай. А вот это похоже, да, смотри, у него... Ну, просто это другая немножко, это не такой все равно, как у меня кауч, но пофиг, у него принципе. Основа, видишь, из-за основы. Ну-ка, давай. Да. Да. Нет, это не то. Это, не, это видишь, это не тот велюр. Не то, да? А вон там, который наверху, тоже, наверное, такой же, да? Такой, из-за... Просто с рисуночком. А вот эти? Вот эти ты смотрела? Вот это, мне кажется, оно. Мне просто не нравится, что оно желтит. Видишь, оно? Вот белое. Ну, это слишком белое. Смотри, тут даже этот черные эти остаются. А оно просто, видишь, оно когда под углом, оно желтит. А когда оно ровно, оно белое. Дело в том, когда ты, если ее направление вот так вот сделаешь, у него и будет другое. Желтое. Ну, все равно некрасиво. А вот это? Вот это? О, вот это классное, потрогай. Ну, это же не это, этот, просто ткань. Надо не сжёг-то, надо основа сжёг. А это должна быть разве основа? Да. Это красиво. Это можно... Вот это, мне кажется, это можно нам на подушку сделать. На подушку нам можно сделать, да. Как чехол. Да, потому что ты же его как бы не двигаешься на нём. А для сиденья вот это надо, вот такой это. Ну, мне это не нравится цвет, блин. Тебе нравится цвет? Нет. Уродский, да, какой-то желтый, отдает желтизной. А вон там наверху то, что? Ну, он с рисунком похож. Не, он не с рисунком, он грязный. Да. Ну, вот это, мне кажется, похоже. Не знаю, что я, может, не ну, надо... Я... Может, мне не надо белое? Ну, мам. Для сидушки, я считаю, что белое не надо. Не должен... Тогда синее, может быть? Как у нас диван, там был один в один такой. К белому стало синий. Или думаешь, она будет слишком яркая там торчать? Блин, батарея, смотрите. Мам, горячая батарея. Ну да. Когда ты видела, когда ты последний раз чувствовала горячую батарею в своей жизни? Чугунная. Год назад в России, да? Ну давай, мам, нужно решать. Там, по-моему, была... Там был синий красивый цвет, мне понравился. Вот, вот, вот он висит. Как наш диван. Может, вот это тогда возьмем на чехлы для этого? Он не синий, он более... Ну вот, внизу. А он этот, у тебя велюровый. Такой, он, видишь, блестит. А ну. У тебя здесь не блестит вроде бы? Не, у меня вроде блестит диван. Вот ты видишь, можешь кусочек взять этот, типа, а он сказал, кусочек взять. А зачем нам кусочек? Чтобы сравнить цветом дивана. Ну так я сейчас открою фотографию дивана. Что, у меня нет фотографии дивана, что ли? Не поднимается, мам. Поднимается. Быстрее, быстрее качай.
Да. Ага. Дай, дай я тебе вперед. Как-то уже немножко отодвинуть, друзья, чтобы посмотреть наши ткани. Рули нормально. Короче, мне кажется, что вот эта ткань может хорошо смотреться на стульях. Почему? Потому что у нее серебряная ножка. Пол коричневый, кухня бело-желтоватая, да, ну как обычно. И она отдает таким немножко то ли золотом, то ли серебром. Или вот это, или вот это. Это, блин, завернуто. Мне кажется, тот лучше. Она да, более, лучше? Более серее. А это бы желтый. Ну, смотри, какая испорченная, блин. Какая испорченная? Заломы? Вот это можно наверху которой. Заломы, что ли? Вот это серое. Это то же самое, нет? Это более серебристее, чем нижнее. У нижнего потемнее, а это посветлее. Видишь, как играет? Да, верхний лучше. Вот это лучше, да? Да. Мне кажется, будет хорошо смотреться, потому что она почти как белая. Да. Все равно виднеется. Да, ага. У нее основание какое, покажи. Ну, ковщик. Не как диванное у тебя. Даже лучше. Ну, у нас же это, вот это, возьмем, да? Это же у нас чехол, какая разница? Мы же берем, снимаем, стираем, опять. Ты меня снимаешь? Окей. Ну все, пошли туда, нам нужно сказать им, чтобы они пришли, нам помогли. Ну что, друзья, привет! По многочисленным просьбам у нас продолжение разговора о моем гардеробе. Мы готовимся с Анастейшей. Я после дождя, не погоды. Анастейша, видите, специально для вас оделась. Да, я, кстати, за $25 купила на сейле. Специально просто подготовилась, чтобы не было, как обычно, всех прекрасных хейтеров, да? Ну, короче, как говорится, вот мне очень понравилось, как она написала в комментариях, что пиздеть — это не мешки ворочать. Я правда. Себе могу много чего понять. Да, одно дело как бы трындеть языком, а другое дело применять жизнь, знаете? Да. И у всех людей разные ситуации жизненные, всех, да. Кто что делает, кто чем занимается, кто-то у кого... Кто-то на антидепрессантах. Что-то у кого-то панические атаки, у кого-то просто черная полоса в жизни, да. У кого-то еще не хватает. Вот я набрала, да, сейчас 10 килограмм плюс. Да? Да, вот из-за стресса переезда. Ну, конечно, блин, столько сосисок есть. Да. Ну, я, кстати, 5 дней в неделю уже ходила на спорт. Да, и как? После встречи с тобой, да, я думаю, вот, блин, стимул. Вообще жирная такая. Стимул, да? Потому что пока ты сидишь, ну, типа, не тебе видно, не кажется, да. Да. Ну, типа, ну, набрала там плюс 10, не видно. Так, ну что, короче, какая у нас задача? Я, Анастасия, не знаю, какая у нас задача. Я, Анастасия, еду на Нью-Йорк Fashion Week. Ага, там холодно. Там сейчас плюс 1, плюс 5. Ну, это холодно. Да, это холодно. Но там нету вот такого вот. То есть там не настолько, сильная, не настолько сильная сырость, и там нету снега. То есть у нас из-за того, что сейчас снег везде лежит, ощущается еще холоднее. А то, что там от этого... У нас больше ветров. А, понятно. Ветров в Чикаго больше считается, чем в Нью-Йорке. Но там тоже, естественно, ветра. So, какая задача? Задача Нью-Йорк Fashion Week. Кастинги. Basic, skinny, максимально skinny. То есть это должно быть максимально худое. Я примерно знаю, что я люблю носить на кастинге. Ну да, это я тебе просто покажу, и, возможно, ты добавишь что-то сверху, да? Это раз. Два, естественно, это стрит-стайл. Когда я выхожу из показа, мне нужен максимально стрит-стайл. Это должно быть что-то просто феерическое, бомбическое. Но при этом, чтобы не так, что ты старалась. Я ненавижу луки, которые... Да. Прям, знаешь, такие... Потому что тебя больше любят фотографы все-таки за вот эту вот чуйку того, что ты не старалась, но у тебя нереально
природный вкус. Угу. Вот. Ну, короче, я хочу, потому что я никогда не готовилась к Fashion Week со стилистом, и я вот хочу, конечно же, что-то такое вот, you know, привнести в мой гардероб. То есть это должно быть, конечно же, максимально не basic, никакой вообще простоты мне не интересно, мне нужно вот что-то такое вот, что прям... То есть я должна выйти в Сохо из метро, и ко мне должны подлететь все фотографы со словами: «О, ты модель? Можно мы тебя сфотографируем?» Ну, понятное дело, что такое часто происходило, когда я туда ездила до этого, да? Но мне хочется максимальный attention на себя. Вот. Но при этом, при всем должно быть еще удобно. Потому что я все равно бегаю с места на место. Да, слава конечно. Богу, у меня теперь есть деньги, я могу, конечно, на такси ездить. Но в Нью-Йорке все равно, ты сама знаешь, иногда пешком все равно придется фигачить. Ну что, друзья, начнем влог, сбор гардероба для Fashion Week. Let's do it. Юлия. Получи. Если что, крем сделай. Ну как? О, да. Охуительно, да? И он еще, знаешь что, он реально не так сильно смывается. Друзья, я купила, короче, новый крем. La Roche-Posay CC Plast. Сикопласт. Highly recommend. То есть ты потом, когда руки помоешь, все равно будет ощущение, что оно осталось на руках. Как будто силикончик. Ну, я не думаю, что там силикон, но просто ты видишь, какое у него такое... Ну, я понимаю, он обволакивает. Да, он такой прям... И самое, что прикольно, он липкий. It's like to me, это не так, я не вижу, когда эти крема липнут к моим рукам, я просто страдаю. Ну что, друзья, мы закончили наш фитинг. Мы сделали два лука для стрит-стайла. И мы сделали несколько разных аутфитов для обычных дней, когда я буду бегать по кастингам, по примеркам и так далее, да? То есть просто такие casual slash не совсем casual аутфиты. И у нас, на самом деле, была сложная задача, потому что мне нужен был гардероб все-таки на Fashion Week, и это довольно-таки сложное мероприятие, особенно в Нью-Йорке, потому что фотографы находятся на каждом перекрестке, и ты никогда не знаешь, в какой момент кто тебя будет фотографировать, поэтому выглядеть нужно собранненько. Всегда хорошо. Всегда, вот. So, я очень рада, что она Теша мне помогла, потому что если бы она, вот я даже вот просто думаю, да, как я обычно собираю свой гардероб, я никогда луки не делаю. Ну, просто это одна голова хорошо, две лучше. Ну, я просто даже не составляю луки. То есть я так примерно, так, возьму, значит, две пары джинс, я достаю джинсы, такая, так, это на кастинге, это так. Окей, какие тупы, окей, вот эти тупы нужно с собой взять. И потом оказывается, что половину из этих вещей, которые я с собой взяла, я просто не одеваю, знаешь, потому что нету какой-то четкой координации, потому что я просто как бы одеваюсь от того, что происходит в этот день. Ну, конечно, мне говорят, да, когда вот у тебя такая вот. Уже. Да, да. Поэтому она мне все равно открыла взгляд на какие-то вещи, которые у меня, например, уже давно в гардеробе, и, возможно, я их с собой брала в Нью-Йорк много раз. Но то, как мы это все составили, оно выглядело совершенно по-другому. Я думаю, надо начать с комбинезона, да, который, кстати, я не носила хулиард лет. Комбинезон классный. У нас такой милитари комбез. Он немножко темноватый, вот, но все-таки у него хорошая текстура зеленого цвета. На видео, джинсовый. Да, на видео не особо видно, что не, он видно, прям видно. Такой темно-зеленый. Вот да. Он именно темно-зеленый. И его прикол в том, что у него талии нет. Просто прямая кусок ткани. Да, внизу у нас получается немножко такой мальчишеский стайл, но при этом он очень тоже стройнит. Мы выбрали для него красные сапоги. Сейчас. Мои новые красные сапоги, которые еще практически никогда не носила, кроме одного видео для Рилса. Потому что здесь зеленый, такой темный, с акцентными красными ботинками, смотрится очень хорошо. Плюс еще ногу вытягивает. Если вы посмотрите, у него не просто... длинный носок, у него экстра длинный носок, то есть, да, обычный длинный вот здесь заканчивается. Да, да, да. Вот, и нам нужно с большим пальто, которое Юля возьмет уже, дай бог. Да, у меня есть страшная миссия по покупке пальто, которое, кстати, уже купила, но мне пришлось его отменить, потому что доставка бы не успела довести его до моей поездки в Нью-Йорке. Я решила, а этот магазин есть в Нью-Йорке, я решила, что я поеду в Нью-Йорк и куплю себе это пальто. Да, потому что пальто, которое есть сейчас, нам не хватает плечей. Объема. Нам не хватает к этому комбинезону добавить маскулинности как раз-таки. То есть
не пальто, ну, как бы пальто песочного цвета не равно любое пальто песочного цвета. Mm-hmm. Нам нужно добавить вот эту вот брутальность. У меня такое женственное пальто, от которого мы, кстати, избавляемся. Вот, типа вот такое. Mm-hmm. Вот. И оно совершенно, оно так узит. Ну, то есть это просто классика, его хорошо завязывать там. Ну, не подходит нам сейчас. Mm-hmm. И мы берем большую сумку зеленую нашу. Мою любимую. Вашу нелюбимую, bitches. Да, очень красиво будет смотреться. Надеюсь, нет среди вас тех, кто переживает насчет красного и зеленого. Так как переживает Юля. Ну, она переживает больше с красным. Но я больше переживаю, знаешь, за что? Именно за то, что оно здесь. Вот оно соединение идет. Когда оно как бы вдалеке, потому что вот это не зеленый. Не тот зеленый, про который мы говорим. Да, а вот это именно вот этот вот ярко-зеленый, ярко-красный, и когда они рядом, вот так. Мне как бы немножко Крисмас напоминает. Вот, да, но мы возьмем, опять же, песочное пальто, и на всякий случай, если будет там холодно или как-то это, то есть мы сможем в гардероб вот это вписать, потому что мне очень нравится, как непринужденно это смотрится. И сейчас, кстати говоря, шапки не в моде до сих пор. Снора балаклавы. Но вы знаете, я люблю шапки, друзья, так что главное... У нас сейчас либо уже крейзи. Да, друзья, моя любимая шапка, которая... Едет со мной на Нью-Йорк Фэшн Уик. Да, 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 потому что вот либо такой крейзи, либо уже балаклава. Ну. Все будет в шоке, блин. Да, я думаю, я получу очень много комплиментов на эту шапку. Я думаю, она взорвет. Она будет очень, да, еще с очками, где у тебя там были очки. А я их убрала в шкаф. Вот, классно будет смотреться. Так, вот, значит, по этому луку мы разобрались. Да, главное это купить пальто. Да, это очень важно. Потом мой самый любимый лук. Из сегодняшнего дня. А здесь получается у нас юбка длинная. Я поставлю здесь картинку. И у нас получается смысл в том, что она такая зелененькая, а потом такая юбочка. То есть такой объем, конфетка, шар и палка. И самое главное... Чупа-чупс, короче. Это вот этот ремень. Который, кстати, не выходил... На юбку. Он не выходил из моего гардероба лет 10 тоже. Это мои нью-йоркские годы, ты поняла? Это так красиво. Потому что ты видишь, да, какой это жесткий винтаж. Смотри, что тут вообще. Смотри, вообще, тут какие надписи непонятные. Это like, чисто какой-то там олдскульный. Made in USA. Using unique materials. Выглядит очень приятным и качественным. Прям. Да. Понимаете, вещь. Это винтаж, друзья. Вы знаете, я люблю винтаж. Плюс у нас еще другие ремни. И мы их обмотаем вокруг юбки. Пояса. Так, дальше. И мы берем другую сумку только. Белую. Да. Вот эту. Угу. Потому что, смотрите, у нас получается кружочек, юбка длинная, а здесь у нас вот этот багет вот так красиво. Имеет смысл. Еще у нас белые кофты из-под большого худи. Угу. Он у нас с плечами. Угу. Объемчик. Да, так не видно на камеру, но вообще, вообще классно смотрится. Которая будет торчать. Она будет у нас торчать из предыдущего лука. Она в двух, кстати. Да, есть. Да, да. Вот где у тебя вот это комбинезончик. И, соответственно, здесь она будет внизу торчать. Угу. Очень красивая и очень мягенькая. Угу. Я набрала килограмма, мне теперь кажется, что это для ребенка. Для биби маленького. Все, мне. Так, ну и давай обсудим на мой лук для кастинга. О, это очень тоже красивый, потому что мне кажется, что это прям модельно-модельно. Вот, дальше кастинги, поэтому нам нужна юбка и большая худя. От мужа. От мужа. Муж, кстати, меня за это, но, как говорится, слышите, нам же для чего-то нужен муж, правильно? Здесь будет очень красиво сочетаться типа зеленого. Угу. И у нас еще большая, сейчас, вот так. Еще у нас сумка. Да. Опять же, кто будет говорить too much, и, ну, короче, оставайтесь при своем мнении. Оставайтесь при своем мнении, окей? Ничего не могу поделать с этим. Потом не удивляйтесь, почему я на всех платформах. Опять же, сумку мы можем только две взять. Ну, то есть у нас очень ограниченный. Мы еще думаем пакет взять. Да, пакет. Чего? Ты что-то не хочешь ходить с двумя. Нет, я просто буду с пакетом ходить вместо сумки. Окей. А что, тебе так не нравится? Ну, надо посмотреть. Что, пакет? Нет, будешь присылать. А, да, outfit? Да, потому что посмотрим. Мне кажется, на этом, на пальто длинном будет классно смотреться с пакетом. Ну, знаешь, как если он будет... Ну, у тебя там будет композитки, да? Угу. Он должен быть заполненный хорошо, плотненько. Ну, естественно, будут туфли композитки, блин. Угу. Тогда да.
И помять его еще надо будет. Так что... А он такой разъебанный уже. А, тогда хорошо, потому что, знаешь, иногда покупают, и он прям еще такой. Но. Он вообще, и он еще, он... тебе понравится этот пакет. Он не из плотной ткани, а он из тонкой ткани. Окей. Вот, хорошо. В общем, мы еще будем дорабатывать на месте. И еще джинсы. Вот эти джинсы. Мы не сняли. Короче, джинсы моего мужа. Получается, мы будем... Юля будет использовать это уже в самих кастингах. Ну или примерках. Не обязательно кастинг, да, это будет сейчас просто примерка. Но именно смысл заключается в том, что это огромные джинсы, которые сидят на бедрах моего мужа. Да, на ремне затянутые, они такие все супер бэгги. И сверху идет какой-то тонкий топ. Или да, вот либо этот топ, либо это, вот, да. То есть что-то такое простое, да, но при или, этом показывающее или фигуру. Ну вообще-то Настя была против этого топа. Мне кажется, это слишком Майами стайл, но... А я сказала, что я его все равно возьму и посмотрю, если я его одену. Не факт, что я его одену все равно. Ну да, мы как бы берем, да. И вон тот свитер. Да, этот свитер тоже. Этот свитер, кстати, с шапкой белой. Да, мы хотим, короче, вот это тоже свитер моего мужа, друзья, вы же знаете. Большой дедовский свитер. Дедовский свитер с крейзи шапкой. Да, короче, такая шапка. Сейчас. Такой свитер. И у нас получается вот эти джинсы как раз бэгги. Да, вот такая шапка, свитер. И бэгги джинсы, короче. Это такая, короче, выходишь, если такие... Это такой, что супер удобный, наверное. Супер удобный, но при этом crazy, потому что это важно для того, чтобы зацепить взгляд вот этих фотографов, да, они должны тебя увидеть издалека. И чтобы тебя увидеть издалека, если ты будешь без шапки, ты просто будешь в свитере. А если ты будешь в шапке, они такие, ёпт, да, шапка, конечно, баба, она такая прям, смотрит на нее, боже, это крейзи. Да. Вот, либо текстуры цепляют, либо объемы цепляют, либо контраст, красивое тело, но это летний такой вариант. У нас сейчас не лето, поэтому мы им воспользоваться не можем. Вот, что еще? Да, либо контраст на объем, не объем, объем, не объем. Но это мы делаем с юбкой как раз, и с мини-юбкой у нас примерно два. Вот, и ключевым, конечно, будет Frankie Shop, потому что нам нужно. Да, друзья, так что у нас будет шопинг в Нью-Йорке. Вот, и еще. Спасибо, Настя. Нет, подожди. Подожди. Я хочу еще под тестиком показать, что сейчас актуально. У нас только недавно были в моде большие, огромные Loewe, там, не знаю, Acne. Я, кстати, не знала, что уже не модно. Мне казалось, что да, очень быстро. Нет, они все еще сохраняются, но сейчас прям очень такой тренд на Мэри Джейн и на такую вот... Миниатюрность. Чуть ли не советское прошлое корейцы это берут. И получается, что нам нужно завязывать этот маленький шарфик. Юля возьмет синий, потому что, чтобы красного не было много. Зеленым. Да, то есть нам нужно так вот делать, типа... Ага, немножко. Что-то здесь. Вот, нам нужно такое какое-то немножко, типа, она ничего не делала специально, но при этом горло, типа, у нее в этом. Типа не холодно, но как бы... Ну... Не старалась. Да, это важно. Как бы it is what it is. А у меня вот такие классные штуки. Это тоже прикольно. Это кто? Это Зара. Зара? Да, я ждала, она стоила $109. $109, блин? Да, это шерсть. Потом она стоила... Зара, это просто, я не знаю, ну, у них цены, это воровство. Цены сейчас вообще на все... $100. Да, 109. Давай разговориться. Плюс чаевые. Вот, потом она... Это получается, у нас получается весь январь были скидки. Я ждала, $45, потом $35. И вчера я такая прихожу, $25. Вот, $25 это. А подожди, он прям в этом висел? Да. А, блин, так у него что ж такое надо? Там еще, по-моему, две штуки наши были. Какой размер? Это S-ка. S-ка, блин. Он оверсайз идет. Мне тоже, наверное, надо, да? Ну, вообще прикольно, да. Плюс цвет твой. Мой цвет, да. Все, что синее, все мне надо брать срочно. Да, реально, ее цвет. Ну, вы знаете, друзья. Вы меня знаете благодаря этому цвету. Очень хороший. Кстати, теплый, на удивление. Да? Actually, I like it. Потому что сперва, когда ты зашла, я подумала, что это две кофты. Нет, прикольно, да? Да, а потом, когда ты повернулась, такая, о, нет. Ты можешь вот так завязать. Да. Они еще висят в этом. Мичиган. Да. Ну, поехали. А мы можем сейчас, кстати, заехать быстренько, да, да. Если они еще там висят, если их не разобрали, потому что вчера вечером они еще были. Ну все, друзья,
Я надеюсь, вам понравилось это видео, и Анастейша может ответить на все вами интересующие вопросы. Да, я очень на вас отвечу. Пишите внизу ваши вопросы, если вам интересно что-то про стиль, если вам интересно вообще увидеть, услышать Анастейшу, пишите внизу, как вам понравились вообще все прекраснейшие образы от Анастейши, и внизу она ответит на все ваши комментарии. Да, гадости, конечно, писать можете, но... Но, пожалуйста, не надо. Как говорится, я придумывать могу миллион вещей, но мы очень собраны. Но мы все заняты. Да. Мечтать не вредно. Ну все. Peace out.